make a shorty. Они манили нас за время. Эти места и этот тихий джаз пленили меня минимум за час. Я забыл свое имя, где я сейчас. Вижу вдали солнце на воде, катера. Ты мне кого-то на берегу волна смывает чей-то след. Я вижу ту мадам, та мадам. Сказка ласковая, ловит из зала глазками. Впадая в тупик, она меня из него вытаскивает. Дарит мне самые яркие краски. Благодаря ей я на волне. Летали наверх, падали вниз, оставаясь вместе, смотрели вдали. Хочу однажды видеть, что корабли оставляли волны. Наблюдали за ними, они манили нас за время. Эти места и этот тихий джаз пленили меня минимум за час. Я забыл свое имя, где я сейчас вижу. Тает лед, и вокруг него лужа. Наблюдаю тут его температура. Да! Огонь, 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 пламя. Пар идет из сердца старой. Но старта не было для него. Come on, come on, come on, come on, come on. Так много провокаций, постарайся не казаться в пыли. Я на мели, молю, не надо превращать меня в вещание ада. Час дикий, ключи от дома, деньги, паспорт не со мной. Правда для вас тут, пойми, это не паста, полоса препятствий внутри. Ступай по насту и на раздумье нет времени. Губы за льда, в руке, в нем муза. Будто в сысках груза, сочту за честь вернуть назад к себе судьба. Тебе нужен огонь, то, что есть у меня. В глазах искра, азарт. В мыслях весна, близко. Растает лед в руках отруса. Огонь, 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 пламя. Пар идет из сердца старой лей. Но старта не было для него. Come on, come on, come on, come on, come on. Раз-два, это Чест, Заполк. Буквально через пару часов продолжаем съемки клипа на трек с нового альбома «Навсегда». Сегодня последний день сдачи трека. Не знаю, о чем писать, поэтому начинаем. Сезон охоты в городе ко мне, день третий. Приди ко мне, муза в куплете. Я не знаю, что впереди. Победи или сдайся. Останься или уйди. Сезон охоты в городе ко мне, день третий. Приди ко мне, муза в куплете. Я не знаю, что впереди. Победи, сдайся. Останься или уйди. Все приходит с опытом, но помню давно. Все было немного по-другому предопределено. Заблаговременно мы написали первый альбом. Сполов я, что потом? Потом стал дальше. Дел больше, чем раньше. Теперь я подхватил синдром джентльмена. Удачи. Днем и ночью дело, несмотря на сон. Мне 22, время бегом, да. Планка выше, свободой дышим, что-то допишем. Всегда та правда пьет, как вода, да, из родника. Лишь бы просто было, бог с ним, прибыль. После выпьем, зато спокоен, глядя в облака. Ведь возглас истины, не после той стены, а после того, что называется жизнь река. Но мы не по течению плывем. Нас раскидывает кто куда. И вот и дван сейчас вдвоем. Началась охота. Сезон охоты в городе ко мне, день третий. Приди ко мне, муза в куплете. Я не знаю, что впереди. Победи или сдайся. Останься или уйди. Сезон охоты в городе ко мне, день третий. Приди ко мне, муза в куплете. Я не знаю, что впереди. Победи или сдайся. Останься или уйди. Я не знаю лично тебя, но вечно готов тактично останавливаться. Хлебаться лично, но не для меня. Это кино реалия. И в нем нет места. Баталия, я за мир и за понимание.
поймешь, и ты поймешь, как хорошо все и запоешь. Мы не по течению плывем, нас раскидывает кто куда. Когда мы вместе, все поймем, что кончилась охота. Сезон охоты в городе ко мне, и день третий. Приди ко мне, муза в куплете. Я не знаю, что впереди. Победи или сдайся, остаться или уйти. Сезон охоты в городе ко мне, и день третий. Приди ко мне, муза в куплете. Я не знаю, что впереди. Победи или сдайся, остаться или уйди. Останься или уйди. Все мы люди честные, комментарий таков. Но у каждого из нас внутри живет одна тысяча. Мне непомерно поздно выдали разум, лет эдак 18. До этого я умудрялся, черт знает чем заниматься. Но видит Бог, лучше поздно, чем никогда. И теперь только правда, крепкое слово вместо крепленного. Я говорил, много делаю мало. Понаобещаю, потом всем срывал планы. Бывало, браться за что-то не хватало пальцев. Достало, но не время сдаваться. Свидетели масса в пространстве. Те, кто не могут улыбаться, и потому на лице гримас. Все видели вас, и вам надо просыпаться, ваше величество. Хотя бы в конце абзаца. А если вкратце, то за поступками мнения. Это мое, а вот это вот уже не я. Хотя могу ошибаться, и у тебя просто нету времени. Пора просыпаться. Совесть моя, проснись. Прости, но есть вопросы. Совесть моя, не спать. Без тебя нас уносит. Совесть моя, проснись. И как видно, все в разнобросе. Совесть моя, не спать. Не спать, не спать. Что далее, я как подобает тому, кто ее понимает. Собираю упреки себе, сам наблюдаю. Везде ли уходит за дверь, тысячи поступков для меня недоступны. Скучаю теперь, что да, потеет. Зачем потел над нюансами? Скрывал, ждал, врал, но теперь от этого избавил всех. Радость, смех, но быть может остался след. Но я не буду глух и уже не буду слеп. Слышу то ли голос разума, то ли голос в крови. Хватит писать, осталось 2 часа, давай своди. А я нет, я не закончил куплет. Это меня мучает совесть, ведь она на шаг впереди. Совесть моя, проснись. Прости, но есть вопросы. Совесть моя, не спать. Без тебя нас уносит. Совесть моя, проснись. И как видно, все в разнобросе. Моя, не спать, не спать, не спать, милости просим. Комментарий таков, 1000 подкупленных свидетелей, 1000 наших врагов. Посмотри. Маленькая деревня, о которой совсем никто не знает. У нас пламенеет наши тайны. Пробуждая наши с тобой страхи, пугает язык, на котором он говорит с нами. Знаем, ты поймешь, глядись, его мерцанье тает. В доме монах тускло, плюс плотно закрытый окна. Щель узкую можно было заметить что-то. Видны пыльные полки, кипа книг и какие-то колбы. Одни по комнате колют глаза, как иголками. Дети ломали голову, вдруг раздавался крик одного из них. Дядя, что это так и дымит? Его шаги ближе. Любопытно мы трое с полной. На них сердит вижу. И дверь изнутри на щеколду. А их сеансы не были такими долгими. Свет доносился ночами до их домов лучами тонкими. Старик в восторге был, они не понимая ждали. И однажды он тайну открыл. Он воспламеняет наши тайны. Пробуждая наши с тобой страхи, пугает язык, на котором он говорит с нами. Знаем, ты поймешь, глядись, его мерцанье тает. Огненный дракон
дракон в небе том так велик. Он снова радовал народ, в него мы верили. И было бы ладно, если бы нам не врали глаза генералов, в которых был блик наживы и славы. Силы за счет слабых, ветер перед бурей затих. Поле боя, последний миг, капли дождя вниз. Конь с бруей, на нем всадник. В руке клинок, позади тысячи пик. Аргумент близок, напротив залп и... Разными для всех могут быть аргументы, но пока есть детский смех. Брось ружья и ленты. Он воспламеняет наши тайны, тайны. Пробуждая наши с тобой страхи, пугает язык, на котором он говорит с нами. Знаем, ты поймешь, вглядись его мерцанье. Миллионы жизней, но самый первый его работы был фейерверк, а не выстрел. Прежде чем наполнить мир ужасом дикого пекла, он радовал, развлекал и восхищал человека. По вашему приказанию прибыл, сэр. Солдат Хас, ваша задача — как можно дальше отвести противника. Он не должен попасть в город. Так точно, сэр. Этой же ночью придет еще одно извещение по почте. Срочно, пока рана кровоточит, вам расскажет все достоверный источник. На часах 7, подъем всем. В ушах гудит от дикого звука сирен. Снова учение. В ответ тишина и лишь плохое настроение. Бегом на построение. Вокруг ряды, и мы точно обречены. Так мало времени, зачем я медлил? Я так и не подарил ей цветы. Одно мгновение, и я на поле. На груди приобретает цвет крови мой порядковый номер. Больно, но это война. Она приносит слишком много покоя. Спи спокойно, брат. Ты попадешь в рай, попадешь в рай, а не в ад. Ты не виноват, что все так, что все именно так, так. Кругом бардак. Посреди пустыни много дыма и свинцовый град. Им нужен богат, богат, богат. А ты в крови на моих руках. Прошу тебя, нет, не уходи. Я должен был идти впереди, быть с пулей в груди, но ты меня опередил. Глаза не видят света на небе, но ты меня точно услышишь. Именно поэтому я говорю тебе это на поле боя полегче. Хватит лежать, дел до хрена, нам еще нужно вернуться в Багдад. Вставай, всюду огонь, брат, всюду война. Все же хочешь? Нас. На. Спи спокойно, брат. Ты попадешь в рай, попадешь в рай, а не в ад. Ты не виноват, что все так, что все именно так, так. Кругом бардак. Посреди пустыни много дыма и свинцовый град. Им нужен богат, богат, богат. А ты в крови на моих руках. Хотите играть со мной? Нет, это я буду играть с вами. Это честно, заполк. 8 часов уже, утро внутри рифм. Утро внутри рифм. Мы на корабле давно, вооружены рифмами с головы до ног. Одни ведомые капитаном на шее поводок. Другие бунтари, третьего не дано, не дано. Все на местах сегодня, как 2 века назад. В глазах сьерра-леонских негритят вольнолюбивый азарт сияет. Роботорговцев страх вселяя, искры летят и пламя объяло судно под именем Эмистад. Глава 2, корабль неуправляем. Штурвал некому взять, ведь если занял место глава.
главного готовься отдать его. И потому желающих мало быть принятыми за капитана. Кроме того, куда несет этот борт, плевать. Прежде всего, это борьба за права и свободу. Дважды не повторяем, согласия нет, шаг в воду. Порадуй в обед, став их покорным кормом. Как тебе такой новый мировой порядок? По-моему, норма. Я человек с вопросом над головой размером горных высот. Меня, как итог, арестует система правосудия слов. Сколько примерно весит твое на чаше весов? Уверен, время покажет, что больше, чем 100. Пуску. Она уснула, я на кухню. Падаю на диван, под ноги стул уютно. После праздника дам на мобильном 05:42. Снова всем совам доброе утро. Насыщенный аромат, чего эксклюзив. Створяет сон голова, попадает в бит. Унисон дым сигарет, уносит мотив. За окном двор, забитый машинами на черт со стрит. Чувствую ритм, ну а пока 8:45 мне нужно разбудить Риту. Ей в университет идти, мне туда двери закрыты. 35 лет я был рэпом убитый. И потому у меня другой распорядок дня, не такой, как у нее или у тебя. Море соблазнов окружает, но нужно расти. Желаю найти тебе средства от глупости. Мое крепко спит, а я думаю о возрасте. Скоро 23, а за спиной сплошные полости. И потому пора браться за ум. Трудно, но для нее я сделаю все, что смогу. Ведь она и есть мое средство от глупости. Допишу, разбужу ее и камнем. Как она близка мне. Столько дней я счастлив. Только с ней. Только с ней. На самом деле это тернистый путь к эшафоту. Пока кто-то бегло смотрит фото в субботу в просторах интернета или в журнале, что диктует моду. Вокруг нее нереально много народу, и она в центре всего этого и знает свою работу. Фотомодель или мисс, в руке букет роз. Мужчины выстраиваются в рост. Она показывает радость им в виде слез. А корона уже часть ее волос. Подруг мучает зависть разности полос. Наискосок, а ее волнует один вопрос. Что дальше? Ее статус теперь высок. Она стала сегодня одной из очень важных особ. Ее полюбили объективы фотокамеры. Давно никто из них не видел, как она моргает. Она привыкла к тому, что ее окружает. И, видимо, все good, видимо, все all right, all right. Она могла часами бродить по пустому залу, и вид подиума манит, увы. Но вспышки фотокамер слепят и оставят одни. Сплетни про красивую жизнь, а в глазах погаснут огни. И на лице серый камень. Фотосессия, откровенные мысли фотографу, профессионала, гримера, стилиста. Освещение выстроили быстро. На этот раз жарко, на этот раз так близко. Сними одежду, посмотри сюда нежно. И ты вальяжно выполняешь, ведь все ждут только тебя. И ты задумываешься реже, а твое нижнее белье, оно где уже? На простыне у владельца крутой тачки или у того, кто в этом городе что-то-то значит. Где-то девочка, что была раньше, та, что чувствовала тоньше, думала дальше. Ее любят объективы, фотокамеры. Давно никто из них не видел, как она моргает. Она привыкла к тому, что ее покупают. И, видимо, все good, видимо, все all right, all right, all right. Она могла часами бродить по пустому залу, и вид подиума манит, увы. Но вспышки фотокамер слепят и оставят одни. Сплетни про красивую жизнь, а в глазах погаснут огни. И на лице серый камень.
камень. Мисс, проснись, ведь ты видела насквозь тысячу раз, тысячу лиц, эмоций горсть. В мире, где много гримас, мисс, бестолковый кросс, брось все подарки, за что? Чтоб стон был истомым, сон сто минут на троих, потом никто не вспомнит. Нет, об этом узнает весь город и тебе от стыда не спрячешь за ладонями. После так устала, совсем одна во мраке дома, в руке роза, на полу пустая упаковка прозак. Ее любили объективы, фотокамеры, один из них увидел, как она моргает, да. Она устала от того, что ее окружает, и, видимо, все good, видимо, все alright. Она могла часами бродить по пустому залу, и вид подиума манит, увы, но вспышки фотокамер слепят и оставят одни. Сплетни про красивую жизнь, а в глазах погасли огни, и на лице серый камень, камень, yeah. На лице серый камень. Ты только посмотри на него, такой маленький, беззащитный, пушистый. Беззащитный. А ты знаешь, говорят о них, 9 жизней. У меня одна. Между мной и этим кошаком нет ничего общего, ведь когда еще под стол ходил пешком, я не научился реветь, хотя кровь заливала бровь, и семье надо успеть. В порт в валенках нужно уметь ходить, а я тут с полом лоб в лоб, шрам на память на левом, надеюсь, прок. В 4 посылали за хлебом, и я обходил кругом весь город, но не возвращался без него. Искал как мог, доставал, но по дороге домой съедал уголов. Везде пиздюли от папы получал чаще, чем дети в зиме. В руки лопат, тут снег с балкона к вечеру выкинуть надо. И только потом с ребятами на каток клюшкой бить шайбу. В итоге промок подзатыльник, слушаю правила. Их порядка тысячи, всеми ими я высечен. Благодаря папе есть о чем сесть и повспоминать сейчас. Спасибо, мама, за то, что воспитала по своим традициям. Их тоже немало, я насчитал 911. Кедровый лето, как осень, мне без одной недели 9. Мне 8, пишу домашнюю, чтоб ее в школе без сомнения спросят. Дверь закрыта старым халатом, рваным на поясе. В коридоре дискуссия на повышенном тоне. Прислушиваюсь, речь идет о раздоре. Что такое? Поначалу не понял, выйти боюсь. В голове от папы Коли схлопочу волей-неволей. Вдруг шум какой-то, выхожу, мама прячет слезы рукой. Я к ней, Саша, папа наш сегодня ушел к другой. Стою на коленях, как перед иконой, перед мамой моей. Ничего толком не понимаю, ушам хоть убейте, не верю. По мере возможного словам не даю подойти к этой теме. А как же те правила? Я что-то сделал не по системе. Их порядка тысячи, всеми ими я высечен. Благодаря папе есть о чем сесть и повспоминать сейчас. Спасибо, мама, за то, что воспитала по своим традициям. Их тоже немало, я насчитал 911. Городу 500, мне уже 30-й, урок пройден, я вырос из подворотен, зная, что больше нельзя так. Духовные ценности превосходят мир скомканный материальных, и мы на порядок выше, чем чек с вычетом чистого взгляда. Те, ради кого все это здесь, всегда рядом, изо дня на день за меня, не я радым. Серега, Кирилл, Данила, Капа, Вадим, Гунта на выход один. У нас и мы победим в этот раз, ведь мы завязали с ядом. Закрыли казино, я помню, встретил отца своего. Он ставил на цифры тогда, и я тупо на красное. Оба проигрывали, когда выпадало зеро. Оба морозовы, но теперь правила наши стали такими разными. Их порядка тысячи, всеми ими я высечен. Благодаря папе есть о чем сесть и повспоминать сейчас. Спасибо, мама, за то, что воспитала по своим традициям. Их тоже немало, я насчитал 911. Их порядка тысячи, всеми ими я высечен. Благодаря папе есть о чем сесть и повспоминать сейчас. Спасибо, мама, за то, что воспитала по своим традициям. Их тоже немало, я насчитал 911. Правила. Их порядка тысячи. Тысячи. Я не узбек, сранцем вместо подушки. Нетипичный русский, живущий в избушке. Я не похож на америкоса с IQ Буша, немец, но в треке нет сюжета дешевой порнушки. Слушай, я не мажор, для которого люди куклы. И не сижу возле дома на корточках и с бухлом. Я не слежу за своей внешностью, как девушка не нужна.
Их и так вокруг вон сколько кружит. Я не кот Леопольд, живу души тревожа. Стою в углу по стойке, смирно я жду того же. Несколько вольт и сквозь эти затяжки стежки. И правда не будешь ждать, пока ее разденешь ты. Одни умеют врать, глядя в глаза и впаривать. Им дали тему и многим на себя наплевать. Я не могу сказать, что не умею разговаривать с людьми. Ведь мне нечего от них скрывать. Я не умею врать, глядя в глаза и впаривать. Мне дали тему, но ведь мне на себя не плевать. Я не могу сказать, что не умею разговаривать с людьми. Ведь мне нечего скрывать от них. Из тех, кто рэп, много таких, кто бред. Вы далеки от всех, чей путь по ширине, как парапет. Единственный теперь, ведь тропы сузились, верь мне. Я 6 лет на волне, спиной к стене. Передо мной мой друг, я слышу его сердце стук. В воздухе шлейф от рук, а речь картечью сквозь сетчатый круг. Стало быть, все ровно, хотя я старый ведь и скромный. Несмотря на то, что стою, как серьги, что смог он ей тогда подарить. Ха, продаст и купит новый. Видите ли, для него мой звук уже какой-то беспонтовый. Возможно, скоро вломит дозу другого фантомного. Там, где рекой слова, потом вплоть до тех пор, пока снова не буду запакован. Дыхаем сигаретный запах. Я не умею врать, глядя в глаза и впаривать. Мне дали тему, но ведь мне на себя не плевать. Я не могу сказать, что не умею разговаривать с людьми. Ведь мне нечего от них скрывать. Не умею врать, глядя в глаза и впаривать. Мне дали тему, и многим на себя наплевать. Я не могу сказать, что не умею разговаривать с людьми. Ведь мне нечего скрывать. Вообще-то у тебя талант к боевым искусствам. Однако ты концентрируешься только на технике. А я хочу, чтобы ты понимал суть китайских боевых искусств. Они включают в себя сердце, ум и душу. Колесики, колесики, вот он, смотри, открывается, вот так вот, блестяшка такая, щелк, и пи, вот, вот так вот, вот классно, да, клево, да? Эй, ты, тип в очках, чем выебываешься, тачка чья? Сведу тебе 20, и если раз добраться, на вопрос этот можешь не отвечать. Глянь по сторонам, люди с утра до заката суетятся, как твои мама и папа, пока ты поебай. Потому небо дай, сама дай на ус, Вася, думай головой, а не панты кидай. Выки, выгибай пальцы, не вызывай байца, блин, какая разница, кто за тебя мальца? Похожего на зайца приедет рыца. Пятится назад его эго и колесница. Понимаю азарт, но не пизди за глаза. Уши в городе успеет пору дед Мазай. Сказав, слезай, человек не пылится. Лучше понять, кто ты, чем остаться тупицей. Все вокруг меня, что я. Ты не умеешь говорить с людьми. Посмотри. Эй, ты, как тебя там? Не запал пропел писать на сайт, ребята. Послание разряда вата, да плотно. Да что лень бросать, олень, сходи поссать. А то выпитая вылезет обратно. Пока не умотал, хотел спросить, есть хата? Если да, тогда во имя своего болта веди туда, мадам, а не сиди, касайся парада. Пялись в экран целыми днями без конца. Пойми, пацан, я весь в отца. Мужик сказал и делает все, что сказал. Ты свое наговорил, слова не вернешь назад. Дело в уме, в его величине. О наличии такого в голове вообще речи нет. Можешь бросать слова со зла, но знай, если ты не прав, мне насрать, как тебя звать. Все вокруг верят, что я. Ты не умеешь говорить с людьми. Не могу я тут. На себя посмотри. Вечер добрый и покорный, и подорог вид отборный. Ни при чем, ни при делах он обречен, причина страх. Не ищи оправданий, их внутри полчища, парень. И в них нет приятеля, пойми, они съедят тебя. Пусть
пусть закипает броня. Устья реки по краям быстрым потоком, как ток, чтоб мысленно не устоял. Заперся ты, сам боясь, освободи свое я. Выпусти, пусть объяснит им суть агрессивный троян. Пусть все вокруг меня чуят. Ты не умеешь говорить с людьми? Не могу я гуриан. Что сказал, повтори. Все вокруг меня чуят. Ты не умеешь говорить с людьми? Не посмотри. Интернета нет, не знаю, кто напротив, поэтому пускай моим оппонентом будут люди на улицах. Надеюсь, ты не против. В роли грубияна чест за пол. Пятый раунд. Здесь что-то не так. Что-то происходит. Что-то должно произойти, я это чувствую. Чувствую. Не так давно, когда мой разум упал на дно, я узнал то, что вам не дано. Нас окружают знаки кругом, но люди не понимают намеков, как стекло прозрачных. Я был одним из них раньше. Рок судьбы вел за собой слепых, но путь обманчив. Коллеги молили быть проще, иначе глупец смерть не одурачишь. Начало рабочего дня, все как вчера, но что же тогда так тревожит меня? Встали часы в кабинете бухгалтера, на половине девятого, хоть аккумуляторы недавно менял, что с ней? Почему она беспокоится? Всего лишь совещание, но фразы не клеятся? Что-то не сходится. Одно ясно, как день в опасности. Работница шестого офиса, я занят мыслями, следом идя за ней, не торопясь, но потом шаги все быстрее. Откуда ни возьмись, двое на пути взялись, блядь. Стоять. Кто вы такие, зачем меня связывать? Я в дни в поисках истины, именно в этом. Их пытаюсь найти. Дело в тебе. Да это не игра. С тобой играю. И когда тебя упрячу сюда, твои друзья и коллеги скажут: конечно, рехнулся. Да так можно каждому сказать. Каждому. Главное, что так скажут о вас. О, это место, оно другое, совсем другое. Не все известно, медсестры не скроют новости. Вскоре в Японии обмен технологиями. Я понял, пока не зомби, надо валить. Она упала, едва ударности. Успокоительные покатились из ладони. Прости. По-другому никак, сори, с рейсом 830 беда. Он упадет в море. Холодный полумрак, я как босяк в коридоре. Сквозь барак в приемный покой. С посылкой под паролем, но толку нет. Опять эти двое, как пить дать, свяжут и вколят мне. Спокойный плен, постой, обмен. Я знаю, где последний день в календаре. Укол извне, опять во мгле среди полей. Успокоил таки в глазах насилие, в ушах крики. Сухожилия сводили каменные мышцы. Вдруг я на минуту замер, и только звон тишины тюремных камер. Какая-то сила резко дернула вперед. Удар, пыль, стена, боль, темная кровь. Предсмертная дрожь, бездвижное тело. Лежало без чувств, нет ни мыслей, ни время. Здравствуйте, в эфире новости, коротко о главном. Сегодня в Токио состоялась международная выставка научных достижений. Ученые отметили, что к числу технологических гигантов в этом году неожиданно присоединилось российское представительство. Беру респект, кладу в конверт. Главпочтамт, трасса, тряска. Вот удивится, когда прочтет на нем человек адресат. Брат из Красноярска. Мне говорили, как же так, земеля? Какой дурак посеять в песке семя? Будь со всеми и делай, как все мы. А я подряд семь серий, как собака на сене. Ни себе, ни людям, да. Ни Бен, ни Мэ, сладкий, как пудинг. Путь к эшафоту затем. Номер один в турнирной таблице. Потел, но нечем гордиться. Я взял его с альбомных тем. 9-1-1, несколько слов о семье. Потом то ли Шейд, то ли Саддам Хусейн. Вышел, как Фатима, которую
выгнал шейф за шейф. Пишу шестой день, уже посложней. Была идея, какой там батл. Тогда дую работать и получай зарплату. Но я не отслежу за семьей, мало ли вдруг осилю повалом. И седьмой раунд подарит мне заветный билет. Парень не оппонент, поверен, а парник. Опыт его лет заставит меня писать хит. На небесах взрыв, возрадуемся зелью. В пустыне праздник, небо упало на землю. Я уйду в тень, не забудьте. Но когда вернусь, окрепши и держи. Я беру себе лишь, и как видишь, мой финиш. Не сейчас, не здесь, а где-то там, да. И пускай с высоты той больно падать. Нет, нет, не достатка воды. Точно. Семя, если постарается, очень сочные. Вот так росток на славу. Набирался сил, помирал, верил, был слабым, но не бросил, а теперь там, где река стремится сквозь пески с тем, кто близок и нам. Наплевать, что там платится, флаг финальный. Без прав мой давний братан на Камри. Все так, как должно было быть. Плюс, хоть убери этих, не разделит этих ус. Угодили в сети, но союз непоколебим, и пофиг, кто победит. Я брусь подбит, брат, никаких обид нет. Как бит, нерв, кофе, бальзам на душу. По капельке глаза горят, пока пишу. Я фразу завожу в пике и шарю в ботанике, как у немногих тайники. Нет силы джедая, да и не Скайуокер, Энакин. Есть пара условий, чтоб всеми стало как лес. Вера под слоем кожи и малая мана небес. Лей, не бей, дуй ветер. Я уйду в тень, не заметя. Но когда вернусь, окрепши и держи. За рамки в атлас я верю себе лишь, и как видишь, мой финиш. Не сейчас, не здесь, а где-то там, дай. Пускай с высоты той больно падать. Уважение, комильфо. Йо. Индар и Би. Ей.